вечер. Это Амалига Мастерс 35+. Турнир для ветеранов. Турнир по соке. Мы в эфире телеканала Wii Sport и YouTube канала Сока Молдова. Вы можете видеть, что арена в парке Лаэзвор, арена ФМФ в парке Лаэзвор приобретает определенные черты. Сейчас мы смотрим матч Амалиги. Амалига Мастерс 35+. Надеемся, эта игра подарит нам много интересных моментов. Вообще, эта игра обещает быть любопытной. Встречаются лидеры этого чемпионата. Арсенал на данный момент возглавляет турнирную таблицу. У Арсенала 12 очков перед началом этого матча. У РФ, мы помним, финальный день национальной Амалиги, стадион был заполнен. Это не преувеличение. Здоровский удар от Николая Жасана. И голкипер Викл вынужден спасать свои ворота. Хороший перехват. Хороший момент. Можно забивать удар опять. Ион Гарчу не очень сильно бьет. Богдан, хорошая передача. Хорошая передача. Вперед, и ошиблись защитники. Борьба. Хорошо играет Карман в касание. Жасан слева. Отлично. Безимов. Какой момент у Александра Безимова. Ну, такие уже нужно забивать. Дважды Безимов был на ударной позиции. Сначала Викл здорово сыграл в рамке. Отлично играет в обороне Караман. А вот здесь отлично играет в воротах Андриан Богдан. Это по-настоящему классно. Сока набирает популярность не только в Молдове, но и во всем мире. Гроссу отличный удар. Викл отвечает Богдану. Максим Кожакарь с мячом. Один из самых активных в первом тайме. Несколько раз здорово накрутил. А вот Александр Безимов неплохо бьет. Александр Безимов. Арсенал не может вскрыть плотную оборону соперника. Хорошая контратака. Жасан вываливается. Удар по воротам. Уголкипер. Викл выходит и уже, казалось бы, не мог играть руками. И заваливался уже на спину вратарь Рефа Нининой и ставит спину. Нет нарушения правил. Гроссу опасно. Передача в центр. Сергей Мунтиану очень долго с мячом, но успевает пробить поворотом. Викл вновь. Хороший сейв. Здесь Тигарев постарался забрать мяч у Жасана. Не получилось. Безимов, можно забивать. Это гол. Александр Безимов сейчас смотрит в камеру. А может быть, на комментатора. Тем не менее, Александр Безимов один из самых активных игроков второго тайма. Открывает счет за 3 минуты до конца матча. 1-0. Действующий чемпион впереди. И это конец игры. Действующий чемпион Арсенал Кишинеу перед стартом на